Ни для кого не секрет, что участники областной студенческой весны уже прошли первые этапы в своих вузах. Но у каждого был свой путь. I have a dream that one day I will go to Russian Student Spring. Эванс Доур родился в Гане. Последние 3 года живет в Тюмени. Учится в Институте геологии и нефтегазодобычи. Также является участником областной студенческой весны. Это что за ваш русский язык? Я нефтяник. Это нефтяник. Нефтяник в нефтянике. Так, с Эвансом мы познакомились на первом курсе. Я сразу его приметила, потому что он с идеальным загаром. Я не добываю черное золото. Я и есть. Черное золото. Еще я знаю, что я всегда могу на него положиться, и в любой сложной ситуации он мне поможет. Он круче, чем Snoop Dogg, да? Да. Все любят Эванса. Ну, у меня есть молодой человек, но если бы его не было... Когда я хожу на сцену, иногда бывает, ну, волнение. Но после 5 секунд все хорошо и нормально. И я чувствую радость и счастье на сцене, потому что я могу открыть для всех мой талант. У каждого на студвесне свой путь к победе. Но у этого парня определенно самый тернистый. Институт транспорта, простите, мы заканчиваем репетицию, все уносим за кулисы и встречаемся в фойе. Спасибо. А победа самая скромная. Выйти на сцену.